Немножко не получилось. Подождите, ребят. Меня столкнули, получается. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Привет-привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в Амняма, то есть приключения нашего Амнямчика. Погнали! Погнали, ребяточки, выберем для нас удобный уровень. Так, ну что ж, следующий уровень, ребята, вот. Опа! Так, ребяточки, уровень 15. Собери все 3 звезды. Так, ребятки, ну, как мы помним, звезды собирать не так уж и легко, так что придется нам хотя бы просто проходить. А шарики, ребятки, слышали, какие звуки издают? А куда мне можно затолкать? О, можно максимально, да, затолкать? Все. Расшатать, все. Тихо-тихо-тихо, а то сейчас наш Амням выпадет, ребятки, отсюда. Так, давайте вот так вот сделаем. Отлично, и конфетку он попал и съел. Все, наш Амням полностью доволен. Во-первых, ребятки, мы съели все звезды и все-таки накормили его этой конфеточкой, которая так ему нужна была для жизни. Так, ну что ж, ребяточки, давайте перейдем к следующему уровню и посмотрим, что у нас здесь. Опа, вот сюда вот перепрыгиваем, это уже уровень 16 у нас. 16 уровень, как мы знаем, это уже не шуточки, ребята. Так, ребяточки, конфетку нам надо достать-то. Вот так вот обрезаем. Или вот так вот. Нет-нет-нет, чуть-чуть я неправильно, ребятки, сделал. Давайте повторим уровень. Смотрите, как надо сделать. Вот так это и вот так вот. Амням сразу съел ее. Ну ладненько, дорогие друзья, ничего страшного. Давайте перейдем на новый уровень. Я думаю, он у нас открылся уже. Так, и посмотрим. Так, отличненько, дорогие друзья. Новый 17 уровень у нас впереди. Так что давайте, собственно, перейдем к нему и приступим. Ого, а что это такое, ребятки? Посмотрите, какие эти тут. Я, наверное... Давайте один шарик. Ребятки, мимо вообще полетело. Так, хорошо. Ага, вот так вот, наверное, да? Нет, мимо рта опять Амняма. Вот так вот, наверное, оно медленно и должно, ребятки, двигаться, да? Я так думаю. Бревно потихонечку тянет вниз. А нету еще одного бревна, чтобы повесить? Нет, тоже мимо. Почти на Амняма упало, ребятки. Давайте хоть сделаем так, пускай оно хоть Амняму достанется. Все, Амням доволен, ребята. Но он упал. Все, отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, прошли мы этот уровень, собрали 2 звезды и переходим на следующий. Посмотрим, что у нас будет на следующем уровне. Так, следующий уровень, ребята, у нас... Что у нас здесь? Уровень 20, собери 3 звезды. Ну давайте посмотрим, что это за 3 звезды. Так, 3 звезды мне нужно забрать, ребятки, я не знаю, как это сделать. Нет, не годится. Немножко не получилось. Подождите, ребят. Меня столкнули, получается. Вы видели? Так тоже неправильно. Я остался без конфеты, ребят. Надо вовремя резать вот так вот.
Вот так вот. Все, ребяточки, отличненько. Мы прошли и получили все, что нам нужно. Получили и звезды, и уровни. Так, следующий уровень, ребятки, уже 21-й. Давайте, собственно, перейдем к нему и посмотрим, что здесь. Ого, здесь довольно-таки не слабо. Так, давайте с вами будем рубить, наверное, здесь. Теперь здесь. И здесь. Вот так вот. Отличненько. Ам-ням получил свою желанную конфеточку, дорогие друзья. И мы переходим дальше. Так, ну что ж, поехали. Погнали, 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 погнали. Ну что ж, отлично. Просто супер. Так, давайте, 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 наверное, бомбу поставим тут, да? Или что? А, значит, бомба нужна точно. А, ребятки, моя конфета, надо бомбу поставить. Слишком далеко. Опять далеко. Так, хорошо. Нельзя шарик здесь еще нацепить. Пускай улетит оно сразу от меня. Все, отлично. Ай-яй-яй. Надо бревно сначала убрать, ребятки. А потом уже по-другому дело. Смотрите. Мы убираем бревно с вами. Вот так вот. Теперь ставим сюда шарик. Сейчас я вам покажу. Нет, да что ж ты, нет. Неправильно, ребятки. Надо бомбу поставить таким чтобы она улетела в другую сторону. Опять неправильно. Чтобы она не попала на вот этого жучка бомба. Вот так вот, отлично. Теперь берем шарик, привязываем его сюда. Нет, не в ту сторону. О, все. Шарик теперь тянет сюда. Теперь вот так вот режем. И вот так вот. Все, отлично. Все, отличненько, дорогие друзья. Конфетка все-таки попала ко мняму. И мы победили. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, давайте следующий уровень, ребятки, пробовать. Что у нас здесь? Так, погнали. Так, ам-ням, погнали уже играть в игру, потому что уже мы засиделись. Так, вот такая вот штука у нас тут сейчас летает, ребятки. Ой, мимо. Давайте заново. Отличненько. Вот ам-ням получил себе свою еду. Погнали дальше. Так, собираем, собираем, собираем уровни все. Переходим на следующий уровень. И здесь у нас что, ребята? Ого. А как же сделать так, чтобы ко мне это все досталось мне? Нет, так не годится. Ох, отлично, ребятки. Ам-няму досталась все-таки конфетка, и он очень сильно обрадовался. Так, ну что ж, дорогие друзья, это все, конечно же, отлично, но я хочу вам сказать, что этот эпизод на канале Детство Вечное подходит к концу. С вами был, как всегда, ребятки, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно поставьте палец вверх, если еще не поставили. Если вам нравятся мои видосики, комментируем их. И если вы хотите, чтобы я поиграл в какую-то определенную игру, просто напишите под видео: Юра, я хочу поиграть такую-то, чтобы ты поиграл. И я для вас исполню любое желание, дорогие друзья.
А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Вечное Детство. Сегодня мы играли в приключения Амняма. Пока-пока, до встречи, ребятки, в следующих сериях. Пока-пока.